Добрый вечер, большая страна! Здравствуйте, дамы и господа! Добро пожаловать в Краснодар! Добро пожаловать на стадион Кубань! Мелбет, первая лига, тур 33! Кубань на своем поле принимает красноярский Енисей. Сиденков на наших с вами экранах, у него в руках свисток, который он подносит к губам. И поехали, понеслись, погнали, полетели! Let's go, дамы и господа! Кубань, Енисей, тур номер 33! Стартуем! Слева и справа, ну вот так вот на расстановке нам обозначено. Егор Иванов, атака Кубани, может получиться. Ох, здесь серия отскоков, и мяч каким-то фатальным образом чуть в ворота Евгения Ставера не попадает. Раздорский, хоть комбинация хорошая, какая удары Нестеренко, ну вот наконец-то появляется у нас с вами повод покричать немножко в этом матче. Никита Глушков, хороший удар, который... из-за пределов штрафной таким плотным получился. Пока как будто на балу мы с вами на каком-то находимся. Вот это хорошо сейчас. Ой, проход какой, положил всю команду на газон сейчас Никита Глушков. И только забивать ему тут оставалось. Родин. Не было бы лицевого он еще. Назад пошел, попытался красиво здесь выйти. И Иванов быстренько мяч забирает себе. Сходу Кичи! Ух ты! Подаль. Подача низом. Абдоков, может, не стоило трогать, но довести получится. Удар. Сидоров это бил. И хорошо как. Что там сейчас возмущаются все? Что на Сиденкова смотрят? Вот, пожалуйста, Кубань. И опять справа. Вот такой вот розыгрыш. Сидоров. Мягчайший заброс. Ух, ударище какое! Никто этого не ожидал. Пожалуйста, через себя изловчился. Так вот, для Енисея все, в принципе, более-менее ясно. Абдоков. Абдоков слева выходит. И можно здесь довести до ума эту атаку. Щеткин. Архипову передача. 1-0. Положение вне игры. Положение вне игры. У Артема Архипова. Возмущается сейчас Кубань. Лужков, удар Нестеренко. И отбиться нужно здесь. Все правильно. Без центра поля футбол. До ошибки. Никита Глушков заходит в штрафную. Под правую убирает. В дальний 1-0. Красота. Оно к этому, наверное, и шло. Да, с учетом того, как ошибались футболисты Кубани, как привезли сами себе этот момент. И красота от Никиты Глушкова. 1-0. Без какого-то разгона, без какого-то спокойствия. А знаете, почему они так празднуют? Потому что им 7 минут до четвертого места и до стыков. Можно Архипова попробовать сыграть. На дальний мяч летит. Муталиев головой скидывает. Родин! Под удар дальше, и опасно как. Игорь Безденежных проскакивает мяч рядом со штангой. А вот по зоне вылета, тут вот, здрасте, пожалуйста. Архипов, ну добивать Абдоков! Вот это момент матча, конечно, сейчас. Нури Абдоков. Последний момент в этом матче у красноярцев. Ой, пяточки какие пошли. Ой, здорово, в штрафную. Ушатов летает. 2-0. А вот это! А вот это пиршество футбольного искусства! 2-0. Гейм, сет, матч. Енисей в стыках. Ярослав Ивакин. Включите музыку. Включите музыку. Включите что-нибудь про Красноярск. Они идут в стыки. Им не так много осталось до РПЛ. И абсолютно они это заслужили. 2-0. Не бросили играть красноярцы. И Ярослав Ивакин. Как Кубань сегодня старалась, как Кубань сегодня играла. Не получилось. Проигрывает Краснодар. Проигрывает Краснодар, выигрывает Красноярск. 2-0. Енисей в стыковых матчах. Енисей четвертый для него.